Опасные отходы. Выбросить нельзя, сдать. Люминесцентные лампы надо утилизировать. Пункты приема организованы в районных ЖУКах. Там отслужившие лампочки примут бесплатно, отправят на дальнейшую утилизацию. Выбросить нельзя, сдать. Оказывается, привычные люминесцентные лампочки, их еще в народе называют экономками, очень вредны и чрезвычайно опасны. Причина – содержание ртути. Такие лампы нельзя просто выкинуть в мусор с прочими отходами. Требуются специальные условия для их переработки. Каждая люминесцентная лампа содержит высокотоксичный металл ртуть. При повреждении лампы пары ртути попадают в воздух и отравляют окружающую среду. Если человек вдохнет эти пары, вполне вероятно серьезное нарушение состояния его здоровья. Выбрасывать такие лампы хаотично на мусорные свалки категорически запрещено. В этом случае тяжелые металлы легко могут попасть в грунт и в подземные воды. К тому же срок распада этого компонента около 200 лет. Вы на утилизацию, да, принесли? На утилизацию. Сгорели? Да, сгорели. В Бендерах стартовала акция по сбору люминесцентных ламп и ртуть содержащих предметов. Теперь все просто. Сгорела экономка, далеко ходить не нужно. Пункты приема организованы в районных ЖУКах. Там отслужившие лампочки примут бесплатно, отправят на дальнейшую утилизацию. В городе Бендеры пункты приема от населения люминесцентных ламп. Это три адреса. Улица Калинина, дом 38, улица Гнетковская, третий дом, улица Дружбы, дом 18. Время работы данных адресов с 8 до 16 – это муниципальные ЖЭКи города. Алексей принес подразделение к спасателям обычный бытовой термометр. Он разбился. Градусник принес, дома разбился и слышал, что надо его привозить в воде, чтобы не распространялся. Принес спасателям. Спасатели знают, как работать с опасными отходами. Ртуть, содержащие предметы, в том числе и термометры, здесь принимают круглосуточно. В аварийно-спасательном подразделении за неделю фиксируют 3-4 факта, когда люди приносят разбитые градусники. Наше аварийно-спасательное подразделение находится по адресу переулок Вокзальный, 8А. Мы изымаем градусники, ну, испорченные, грубо говоря, на хранение с последующей утилизацией. Если градусник разбит дома, а люди не в курсе, как проводить демеркуризацию, то есть дезинфекцию и обезвреживание помещений, они могут позвонить к нам в дежурную часть по номеру телефона 78945. Группа быстрого реагирования приедет на место, проведет нужную обработку, чтобы никто не пострадал от ртутных паров. Итак, разбитый градусник или любой другой предмет, содержащий ртуть, с общим мусором не выкидывайте. Отнесите спасателям. Это будет верно, по закону и безопасно для всех.